Good evening, 47. Прости, Джо в сделку не входил. Поклянись, что все, что ты сказал про цикад, правда. Зараза. Летя в гребаное небо, ты думал, что схватился гузовертлявую жопу. Закончи то, что начал. Наша жизнь прекрасна, брат. Вот бы она не менялась. И никогда не меняла нас. I'm getting too old for this nonsense. И про Смешера. А потом отдашь мне руль и снова станешь пассажиром. Ладно, посмотрим. Да не волнуйся, будет не больно. Может, тебе даже понравится. Начинаю жалеть, что согласился. Ты хочешь сыграть на ее чувстве вины, чтобы она тебе помогла? Припомнишь ей, как она бросила тебя умирать в Росака Тауэр? Во-первых, она была уверена, что я умер. Во-вторых, я бы не стал ее шантажировать. Мне это не нужно. Хочешь выехать на харизму? Бестия мне еще ни разу не отказывала. Окей. Я готов. Ну, наконец-то. Ты какая-то другая. Прическу сменила, нет? Как хорошо вернуться. Мне казалось, ты и не уходила. Что будешь пить? Блю глаз. Сейчас нужно. Оно есть в меню? Информация. Кассиус Райдер. Не знаешь, еще жив? Который татуировщик? Давно тут не показывался. Можешь сама пойти проверить. У него мастерская в Уотсоне на Першинг-стрит. Ну так что делаем? Козла? Или ту, другую? Другую. Она будет в восторге. Уж наверняка. Джеремайя Грейсон. Он вроде работает на Смешера. Но я тебе этого не говорил. Да я тебя вообще не знаю. Да, кое-что общее у нас с ним все-таки было. Руби Коллинз. Сначала я ее трахал, а потом Грейсон. Эй! Что за... Эй, бармен.
какой руке? Откуда у тебя этот нож, Олесь? Есть кое-что получше. Эй, это ты, Руби? А ты что, обо мне слышала? Поехали. Расскажу, что именно. А ты покажешь, врут или нет. Только сейчас разберусь тут кое с чем. От Руби. Никуда она с тобой не пойдет. Она на работе, ясно тебе? Нет, как я скучал. Жду тебя на улице. Заждался меня? Предлагаю поехать ко мне. Сначала покатаемся. Тебе идет? Огонька нет? Мы умрем. Руби. Наверное, я позвоню. Позвоню. Руби, соберись. Мне надо поговорить с Грейсоном. Найт-Сити. Ви. Ты всегда с утра кровью хорошишь? Пожалуйста, давай не будем про это. Окей. Я еще при первой встрече подумала, что кого-то ты мне напоминаешь. Не гони, тебе Джонни рассказал. А мы... что? Нет, он был слишком пьян. Он позвонил мне утром. Я, конечно, решила, что это ты. Подумала, какая милая девочка. Жалко, что так быстро слетела с катушек. И что, приехала посмотреть? Просто из интереса? Ага. И встретила Джонни Сильверхенда. Знаешь... как-то странно, что ты узнала во мне Джонни. У тебя выражение лица изменилось. Ты, может, и выглядела как Ви, но так ухмыляться мог только он. Так говорить, ходить, держать сигарету. Я не курю. Знаю. Вас двоих сложно перепутать. Так что спи спокойно. Он рассказал тебе про Смешера? Да, я не знала, что он вернулся в Найт-Сити. Джонни узнал, кто на него выведет. Погоди, Грейсон? Джеремайя Грейсон работает на Смешера. Джонни вытянул инфу из какой-то стриптизерши, не спрашивай как. Эбуники. Вот и вся инфа. Я посмотрю, что с ней можно сделать. Скоро мы доберемся до этого мудилы. Знаешь, чем занимался Смешер все это время?
После взрыва Арасака Тауэра 23-м он исчез. Мы все думали, что его раздавило. Потом он вдруг появился, выполнил несколько больших заказов для Арасаки и снова куда-то пропал. Его много лет никто не видел. Никто, кроме Грейсона. Я могу чем-то помочь? В таком состоянии? Нет, не можешь. Позвоню, когда что-нибудь узнаю. Окей. Надо же, этот мудак сидит у тебя в голове. Да блять. Это был последний раз. Да, не знал я, что эти пилюли тебя так раскатают. Может, все было бы не так плохо, если бы ты их не мешал, хер знает с чем. Ты напиздел. Сказал, что только поговоришь с бестией. Так я и поговорил. Стриптизерша, драка в эмпатии, татуировка. Это все части плана. Я должен был предъявить бестии что-то конкретное. И Буники? Инфа по Грейсону, который может дать инфу по Смешеру? Инфа об инфе — это конкретно? Бестии этого хватило. Заканчивай ныть и дельтуем отсюда. Куда ты меня притащил? Туда, где ты можешь наблевать на ковер, у тебя за это ничего не будет. Так что нехер выпендриваться. Ви, я узнала, что значит Буники. Забросила удочку нескольким старым друзьям. Один из них был знаком с Грейсоном. Он поспрашивал своим. Выяснил интересную вещь. Это часть порта, территория Мальстрёма. Так почему часть порта зовут Ибуники? Вряд ли в честь покойного мэра. Ну да, разумеется, нет. В его честь назвали не порта, а старый контейнеровоз. В смысле, ты нашла Грейсона? Он правда связан со Смешером? Зайди ко мне в посмертие, обсудим. Окей. Нет, для нее тоже. Она опять достала не всю инфу, сука! Ну, знаем мы, сколько у них оружия. Да хуя! А толку-то, если непонятно, сколько их сидит в этом бункере? Он нам помогает. Ну ладно. Здорово. Зато есть Шап. Вы открыли охоту на Смешера? Аккуратно. Готово? По дороге поговорим. К этому налету надо подготовиться. Уэйланд? Из тех Уэйландов? Так точно. А ты, значит, слышала про старого Эндрю Боа-Боа? В этом городе каждый слышал. Это хорошо. Но я, если что, не разделяю его идеалы. Зато, может, и проживу больше него. Мы едем. Поехали. Удачи. А с чем там тебе помог Уэйланд? Он выяснял, застанем мы Грейсона дома или нет. То есть мы знаем, где его искать. У меня для тебя подарочек. А ну-ка, примерь.
Это куртка Джонни? Фух, ты точно нас не перепутаешь, если я ее надену? Абсолютно точно. Расслабься. Копия, сшита по заказу. Его куртка, наверное, уже давно рассыпалась в пыль. Спасибо. Залезай. Ну, хоть выглядишь теперь прилично. Джонни говорил обо мне? Вы же с ним все время болтаете. Джонни говорит в основном о себе. Ну да. Ты точно вписываешься? Думаешь, без меня будет лучше? Нет. Просто не хочу, чтобы Джонни тобой манипулировал. Это же он одержим смешером, а не ты. Правда? Я просто пытаюсь играть честно. Странно, что вы со смешером не пересеклись раньше. Я о нем слышала. Время от времени. И ты не пробовала его выследить? Вот что, Ви. То, что Джонни вернулся, многое изменило. Окей, ясно. Хорошо тебя понимаю. Что ж, потом обсудим, наверное. Все, дальше пойдем пешком. Может, нам повезет. Уберем и Грейсона, и Смешера за одну ходку. Эта мразь должна быть где-то здесь. И какой у нас план? Уайланд видел Грейсона где-то рядом с портом. С ним был еще кто-то. Смешер. Надеюсь. Надо добраться до терминала мальстрёмовцев. Там должны быть данные о Смешере. Нам туда, на главный склад. Бестия, откуда ты можешь знать, где у мальстрёма тут терминал? Я сама делала закупку. Это Афина Д3, внешняя база данных. Не знала, что ты работала на Мальстрём. Я работаю на всех, только на своих условиях. А я многое пропустил за эти 50 лет. Ладно, готова? Давай начинать. Слишком много крутится всякой швали. Лучше подождать, пока стемнеет. Может, дождемся Смешера или Грейсона? Я бы не надеялась. Только идиоты будут расхаживать тут среди бела дня. Окей, можно начинать. Мальстрём охраняет доки. Будешь меня прикрывать. Давай, пошли. Она психует. Есть идея. Прикрывай ее на всякий случай. Иди за мной. Отлично, добрались. Просканируй, вдруг найдешь там что-нибудь полезное. Послежу за дверью. Не, она и так знает, где его искать. Тянет время. Говорю же, она до сих пор боится этого уёбка. Видимо, они где-то на корабле. Осталось только это проверить. Сейчас направо. Вот и он. Эбуники. Выглядит не очень. Внутри будет еще хуже. Идем. О, интересно. Ясно, кто грабанул Кантау в прошлом месяце. Качественная работа. Ты уверена, что это тот самый груз? 679275PN1H. Я послала 3 группы, чтобы найти его для китайцев. Весь город его искал. Хорошо работает, сволочь. Класс. Охуительная история. Давайте уже найдем и прикончим злодея. Ну все. Бля, ты это слышишь? Грейсон, да. Какой Грейсон?
Этот говноед палит меня из моего пистолета. Малориан 3516. Да я бы этот звук за километр узнал. Вы не выйдете отсюда живыми! А ну подойди! Дай пушку. Это, кажется, не твое. Грейсон. Привет, бестия. Мы, получается, играем теперь за разные команды. Но не то чтобы я удивлялся. Ты у нас любишь загонять нож в спину своим вчерашним союзникам. Где Смешер? Знаешь... Я могу раздавить тебе череп, как яйцо. Так, чтобы ты еще мог говорить какое-то время. Да я готов говорить. Ты никогда не думала, как бестия пережила это нападение на башне? И почему никого не отправили ее выслеживать? А, только ее из всей вонючей Атлантиды. А, настоящая загадка. Чем же она поступилась, чтобы потом так удобно устроиться? Кого она предала? Чью жопу ей пришлось вылизать ради... Что он хочет сказать? Он пытается тебя отвлечь. Думает, у него есть шанс выкрутиться. Где сейчас Смешер? С семьей Арасака. Я думал, ты уже знаешь... Когда он сюда вернется? Никогда. Адама только что назначили... аж начальником службы безопасности. Ему эта дыра в хер не сралась. Я остался тут только что закончить его дела. Сука. Представляю, как это обидно. Смешера вам теперь не достать. Как высоко не прыгайте. Но вы не расстраивайтесь. Он сам вас найдет. Он любит отдавать такие долги. Лично. Ты отведешь нас к Смешеру, урод. Даже если б я захотел. Он не настолько мне доверяет. Эй, слушай, а чем тебе так интересен Смешер? Ничем. Мне интересен Сильверхенд. И то, что с ним случилось. Джонни Сильверхенд? А что ты хочешь знать? У тебя была пушка Сильверхенда. А ты тоже фанатка? Смешер тебе ее отдал? Ага. Награда за выполнение особого поручения. Смешер тебе не говорил, где тело Сильверхенда? А ты что, фанатка? Эксгумировать будешь эту падаль? Или тебе просто рассказать, как он подыхал в луже мочи, когда его выжигали душегубом? Что они с ним сделали? Закопали рядом с месторождениями. В пустошах. По трассе 101 на север. Потом на свалку. Если хорошо пороешься, может, выкопаешь из говна серебряную руку. Все, хватит. Добивай. Ви, давай закругляться. Меня уже тошнит смотреть на его рожу. Стой, подожди. Я вспомнил насчет Сильверхенда. Ты типа поклонница, да? У меня есть кое-что. Тебе сегодня повезло, тварь. Легко тебя задобрить, Ви. То, что я обещал, вон там, в контейнере на этом гиганте. А что внутри? Сама увидишь. У меня в кармане ключ-карта. Забирай. Какого хрена? Ну и зачем все это было? Мы ничего не нашли, никаких зацепок. Черт, Ви, ну скажи ей. Джонни думает не только о том, чтобы отомстить. Да? А о чем же он еще думает? О тебе. Ему важно, чтобы вы сделали это вместе. А, пытаешься меня подбодрить? Бесполезно.
Смешер... Блять! Заткнись! Смешер тут ни при чем! Он просто верхушка гребаного айсберга! Даже если мы его прикончим, что это изменит? Я пошла, тут больше делать нечего. Тебе не интересно, что там? Мне пора. Пускай идет, Ви. Она успокоится. Просто в такие моменты ей хочется побыть одной. Окей. Понимаю. Надо как-то спустить этот контейнер вниз. Если там есть что-то мое, я хочу это вернуть. Ладно, поищем контрольную панель. Отлично. Твою мать, я, кажется, знаю, что это. Ну-ка, что тут? Снимай эту тряпку. Ну-ка. Моя тачка. Садись. Даже разрешу тебе вести. Рычит, как тигрица. Пора узнать, где эти хуйсосы закопали мою бренную жопу. Не думала, что у вас бестии и все было настолько серьезно. Еще бы не серьезно. Каждый раз, когда мы встречались, кто-то умирал. Очень романтично. И главное, в твоем стиле. Все время что-то происходило. У нее были заказы, у меня концерты. Так и жили. Никогда не было по-нормальному. Хотя, однажды я попробовал сводить ее в кино. И что? И ничего не вышло. Как всегда. Уже недалеко. Все хуже, чем я думал. Приехали. Это должно быть где-то здесь. Охота же им было тащить мой трупак в такую даль. Ну, меня вообще выкинули на свалку. Так вот оно как. Здесь вообще ничего нет. А чего ты ждал? Что тебе памятник поставят, да цветами посыплят? Да нет, не знаю, знака. Хотя бы чего-нибудь. Тебе правда нужны эти бессмысленные знаки? Видимо, да. Я думал, я почувствую, что кончился какой-то этап. Что я попрощаюсь с прежним Джонни и начну все сначала. А что ты чувствуешь сейчас? Словно меня никогда и не было. Или словно я опять сижу в Микоше. Сейчас мы это исправим. Так лучше? Немного. А если бы это реально была моя могила? Что бы ты написала? Здесь лежит Джонни Сильверхенд. Легенда Найт-Сити. Хорошо звучит. Только что это вообще значит? Чего я достиг, пока орал Чибинин толпе озлобленных детишек? Ты дал им надежду. Доказал, что пиджаки не могут купить всего.
Я помню, что я думал на сцене. Типа, даже если все они погибнут за идею, оно будет того стоить. Но когда я смотрю на тебя... Слушай, я понимаю, что проебался по всем фронтам. Я разочаровал или обманул всех, кто мне верил. Запомнился всем, как бесчувственный, эгоистичный мудак. Но кое-что мне все-таки удалось. Мне удалось не проебать то, что нас связывает. Это был долгий путь, но мы вроде справились. Большинство тех, кого я считал друзьями, даже в одной комнате со мной с трудом могли находиться. Ты оказалась моим самым близким человеком, Ви. Мы же круглые сутки вместе. И несмотря на это, я почему-то не вызываю в тебе ненависти. Жаль, мы не поговорили об этом с самого начала. Было бы легче. Да я все никак не мог выкроить время. Помнишь, ты проснулась у Виктора, когда еще не знала обо мне? У меня глюки, я боюсь. А потом еще плакалась Мисти, что не хочешь умирать. Помню, как ты среди ночи умолял, чтобы я покурила, и жаловался, что не можешь меня убить. Я и не знал, как далеко все зайдет. Когда ты говорил, что подвел друзей, ты имел в виду Бестию? Бестию, Альт, Керри, Сантьяго. Думаю, с Бестией еще не все потеряно. Я не могу общаться с ней, делая вид, будто за эти 50 лет ничего не изменилось. Она ушла совсем расстроенная. Мне кажется, мы должны что-то сделать. Может, ты и права. Она вела себя странно. Ты должен с ней поговорить. Вообще-то я обещал сводить ее в кино когда-то очень давно. Хорошая мысль. Позвони ей. Спроси, когда у нее свободный вечер. Только это значит, что ты опять должна передать мне контроль. Ага. Я ей позвоню. Спасибо. Поехали отсюда. Все равно тут не на что смотреть. Но приехать сюда все же стоило? Определенно. Спасибо, Ви. Я рад, что среди стольких голов мне повезло попасть именно в твою. Ви? Джонни хочет пригласить тебя на свидание. Что скажешь? Точно, Джонни? Не ты? Джонни. Ты же сама говорила, что никогда нас не перепутаешь. Ладно. А куда мы идем? А куда бы тебе хотелось? Серебряный пиксель в Норт-Роуке. Идет. Я заеду за тобой в посмертие. Собирайся. Я кто-то решил нанять как приманку? Это комплимент? Ты выглядишь другом. Попробуй еще раз. Может, в третий раз скажешь что-нибудь хорошее. Эй, Бестия, ты готова? Опять ты. Мы идем? А где Джонни? Он все-таки не смог. Ты выглядишь... Вау! Это Джонни сказал «вау»? Или ты? Когда его ждать? Я всего лишь шофер. Он у тебя на коротком поводке. Ты умна не по годам. Это Порше Джонни? Где ты его взяла? Он стоял в контейнере. Помнишь, про который нам говорил Грейсон? Окей. У меня с ним связано много воспоминаний. Можно ехать. Серебряный пиксель – твое любимое место? Было когда-то. Я давно туда не ездил. Автокинотеатры вышли из моды лет 100 назад. Но серебряный пиксель еще как-то держится. А что, хорошее место для свиданий? И мне так казалось. Поэтому я предложила Джонни поехать туда. Много лет назад. То есть это не его идея?
Конечно, нет. Для него романтическое свидание — это налет на штаб-квартиру Арасаки. Ладно, Ви, скажи мне, что происходит на самом деле? Джонни никогда ничего не делает просто так. В чем же дело на этот раз? Джонни изменился. Он правда хочет немного побыть с тобой. Не жди ты все время подвоха, бестия. Ну-ну. Бестия? Просто пытаюсь осмыслить. Джонни Сильверхенд вдруг перестал быть эгоистом. Определенно ты на него хорошо влияешь. Приехали. Черт, да как же так? Быстро же время летит. Когда они только успели свернуть лавочку? Ви, а попробуй туда пролезть. Нас не остановишь. Решили свидание, будет свидание. Ладно, тогда действуй. А я посмотрю. Так, это должен быть пароль. Кажется, мы и правда идем в кино. Готово, идем. Шалала. Неплохо. Попробуй запустить проектор. Я пока выберу нам места. Сейчас все будет. Ладно, пойдем проверим проектор. Вход вот тут. Ага, кажется, я нашел проектор. Ты случайно не знаешь, как его запустить? Давай посмотрим. В последний раз они показывали Бушидо 10. Идеально. Да ну, блевотное зрелище. Ви, мы в автомобильном кинотеатре. Фильм тут вообще не важен. Просто что-то должно идти фоном. Кровь, кишки, сиськи не имеет значения. Ну, тогда Бушидо подходит. Ну все, Ви, уступай место. Дальше я сам справлюсь. Развлекайтесь, молодежь. Заняла лучшие места. Залезай. Ошиблась. Ты казался мне другим. Ты так представляла себе это свидание? Многое должно было измениться, чтобы мы просто взяли и пошли вечером в кино. Но не думала, что все изменится настолько. Давай представим, что сейчас 2015. Мы только познакомились, и я еще не знаю, какой ты. Бестия из 77-го. Эта версия намного хуже. Ладно. Допустим, сейчас 2015. Ты бы что-нибудь изменил, если бы мог. Неважно что. Я сделал бы все, чтобы не потерять тебя. Джонни, Эй. Это что такое?
Ничего. Просто у меня было время подумать, пока тебя не было. Что было бы, если бы? Я верно понимаю, что дело не в Грейсоне и Смешере? Что? При чем здесь вообще Смешер? Мне показалось, что это твое больное место. Да, больное. Мне достала эта тема, но я тебя прошу, давай не будем сейчас об этом. Главное, что я вернулся. Мы снова вместе. Это намного лучше всего, что могло бы быть. Но у нас всего лишь один вечер. Для меня это больше, чем я мог надеяться. Бестия, я здесь в чужом теле, в чужом времени, но я здесь. Джонни, я не могу. Это нечестно. Нечестно по отношению к Ви? Нет, к тебе. Я делала вид, что ничего не изменилось. Что я та бестия, которую ты знал. Мне даже себя немного удалось обмануть. Можешь не провожать. Бестия. Блять. Бестия ушла? Да. Кажется, все прошло не очень хорошо. Да. Собирались хорошо провести вечер в кино. Потом она разозлилась и не сказала из-за чего. И у тебя нет предположений? Помнишь Грейсона? Он очень странно с ней разговаривал. Да не то чтобы странно. Он ее как будто подначивал. Может, с этим что-то связано? Надо это обдумать. А пока отвези меня в Норт-Оук. А как это тебе поможет с бестией? Не с ней, с Керри. На месте тебе все расскажу. И фильм какое-то говно в конфетной обертке. Можешь тормозить. Ладно, теперь скажи, зачем мы здесь? Я слышал, Керри тут неплохо устроился. Виллу отгрохал. Где же ты мог слышать что-то о Керри? Да где-то в городе. Желтая пресса только про него и пишет. Ах да, тебе же не было. А, это когда ты развлекался. Так что, хочешь его навестить? Ну да. Чего тянуть кота за яйца? И что? Мне завалиться к Евродину и устроить себе экскурсию? В газетах пишут, что у него депрессия. Он пытался покончить с собой. Ты волнуешься, что у него однажды получится? Да кто знает. Просто я мог бы ему кое-что посоветовать. То есть ты хочешь встретиться лично? Мне опять отдавать управление? А чё нет? В прошлый раз же ничего не случилось.
Даешь мне отгул за примерное поведение? А что это была за попытка самоубийства? Да херня, а не попытка. Он даже нормальной публики не собрал. Пришел домой, решил застрелиться. А телохранитель отобрал у него пушку, как конфету у ребенка. Так может, это просто сплетня? Все может быть. Но я хочу проверить. Хорошо. Только расскажи, что будешь делать. Ничего такого, честно. Просто хочу с ним повидаться. А как ты ему скажешь, что это ты? Если у него правда сейчас в жизни какие-то проблемы, может, лучше все-таки не взрывать ему мозг? Ви, у Керри всегда были какие-то проблемы в жизни. Поэтому, несмотря на все, мы с ним и ладили. Не переживай. Ничего я твоему Керри не сделаю. Для начала попробуем залезть к нему в дом. Ладно, скажи, когда уступать тебе место. Привет, угадай, кто? Да, блядь, я вас не слышу! Может, придем в другой раз? Ты че? Нам как раз повезло, что он дома. Да уж, блевотный кич. Надеюсь, хотя бы стоило дохера. Чем-то же надо оправдать эту... безвкусицу. Тут он, наверное, сидит и думает: а нахуя мне вообще это все? Керри, как прекрасная бабочка, рождается из шелкового кокона самурая. Нихера себе коллекция. А вот это, конечно, круто. На некоторых из них я лобал во времена самурая. Он, похоже, в ванной. Причем один. Это хорошо, поверь мне. Но все, дальше я. Пора его оттуда вытаскивать. Закидывайся таблетками Мисти и начнем. Окей. Намного лучше. Интересно, какие тут для красоты, а на каких еще можно играть? We lost everything. Кто, блядь, тут? Ну, играй дальше. Хорошо. Джонни? Керри? Нет. Это какая-то шутка. Погоди.
Что Сильверхенд сказал мне перед смертью? Я сказал, чтоб ты перестал себя жалеть. Ну и чё, ты перестал? Сука, Джонни Сильверхенд. Откуда ты тут? Как? Сюрприз. Долбоёб! Окей, ясно. Ты не ожидал, что я вернусь. Нет, сука, наоборот. Я 50 лет только этого и ждал. А я смотрю, ты немного изменился. Клёвые сиськи. Новый стиль? Типа того. Сам-то ты как? Бля, Джонни, мне надо накатить. Ну, хорошо. Давай рассказывай, почему ты выглядишь как мелкая воровка из посмертия. Это Ви. Она тебе понравится. И чё? Блядь, Джонни, мне это вообще ничего не объясняет. Ебать, ты устроился. Погоди, это только начало. Выпустил 4-й альбом и въехал сюда. Хорошо продался, видимо. Завали, Джонни. Просто, блядь, не начинай. С кем ты подписался? В смысле? С Арасакой, блядь. Да, с утра записываюсь у них на студии, а вечером Юрий Нобу заскакивает ко мне на барбекю. Это правильно. Так с кем подписался-то? MSM Records. Что ж, тоже столб общества. Давай, располагайся и рассказывай, где тебя носило столько времени. Это будет долгая история. Да мне похуй. Мне важно, чтобы в этой истории каждый эпизод был трагичный, как пиздец. Только вот не говори мне, что ты все это время катался с кочевниками, подставляя лицо ветру. Или что ты тусил на орбите и решил оттуда слезть только для того, чтобы меня тут говном поливать. Иначе я ебанусь. Поверь, это трагедия. А, бля, помнишь? Это был единственный раз, когда Генри пришел на репу чистый и трезвый. Да, и играл какую-то херь. Зато Дэнни была рада. Все только и говорят про твою депрессию. Это правда? Не, часть промоушена. И попытка самоубийства тоже. Думаешь, пальнешь себе в башку и сразу пойдут продажи? У тебя вот что-то не пошли. Самурай никто не помнит. А ты, Джонни, просто бесишься, что я и без тебя нормально справился. О, бля, даже ответить нечего. А клёво мы тогда жили, скажи, Кер. Заебись были времена. Ага, заебись было. Играли в каких-то подвалах, срались перед каждым концертом. Сами не знали, что хотим играть. Денег не было вообще никогда. Нэнси всеми вертела. От Генри воняло с саньем, а я вообще у тебя трусы пиздил. Говорю же, классно было. Никогда не понимал, что Дэнни нашла в Генри. Она ж была умная деваха, может, даже слишком, особенно по сравнению с нами. Да не, ей же всегда нравились неудачники, которые даже одеваться не умеют. А Генри был идеален. Инфантильный долбоеб, еще и вечно под кайфом. Да таких можно спасать бесконечно. Вот меня она спасать не рвалась. Ну, для этого ей пришлось бы встать в очередь. С кем ты из наших пересекаешься? Только с Нэнси. Ее теперь зовут Исида Бесс. Работает на 54-м. Могу узнать, что с Дэнни и Генри. Можно снова собраться, я не знаю, поиграть вместе. Неужто хочешь возродить самурай? Ну, так. На один концерт. Сыграем в какой-нибудь дыре, где нас никто не знает. Мне же надо следить за своей репутацией. Только я не буду всем объяснять, что произошло, окей?
Да не, забей. Слишком скучная история. Биочипы, планы Арасаки, волшебные таблетки. Просто скажем всем, что ты моя новая тёлка. Охуенно. Я только за. За The Beatles? Сейчас я перешлю тебе номер Нэнси, а сам попробую выцепить Генри и Дэнни. Но если меня не будет, договаривайся с Ви. Ладно. А вы дружите? Не, не особо. Но ты же понимаешь, у нас нет выбора. А как мне? Джонни, все норм? Нет. Ты, наверное, Ви. Джонни предупреждал, что такое может случиться. Вы хоть нормально поговорили? Я уже чувствую угрызение совести. Ты это... посиди пока. В себя приди. Вообще ни о чем не волнуйся. Так что там про концерт? Ты все слышала? Когда эффект слабеет, начинаю слышать. Ну? Хочешь увидеть самурай живьем? Другого шанса может и не быть. А если все кончится как с бестией? Большим разочарованием. Не сравнивай. Керри нужен этот концерт. Ладно, я звоню Нэнси. Молодец. Хвалю. Нэнси? Исида? Исида Бесс? Нет. Это ее недооцененный и переутомленный ассистент. Стивен, 54-й канал. Слушаю вас. Мне нужна Исида. Ее тут нет. Я звоню из резиденции Керри Евродина. Круто. Но Исиды все-таки нет. Но мы ее ждали 2 дня назад. Она поехала в Тоттентанс, чтобы снять сюжет о Мальстреме. Звоните на следующей неделе или следите за новостями. Если с ней что-то случится, я первый об этом расскажу. Ви, тут что-то не так. Давай-ка с тобой скатаемся в Тоттентанс. Ви, я понимаю, что дикие крики в Тоттентансе – обычное дело. Может, там просто репетирует какая-нибудь группа, но не исключено, что все Черт, гораздо хуже. Картина начинает складываться. Никто из журналюк не попёрся бы в Тоттентанс. Кроме Нэнси. Ну давай, вперед. Классно выглядишь. Минимализм. У меня тоже раньше был такой хром. Ну, иди. Тоже в Тоттентанс? Заебись. Третий. Нажми кнопочку, я пальцев не чувствую. Тинитус играет. Наши ребята. Люблю эту песню. Пока. Заходи. Сойдешь за свою без проблем. Нихера себе! Помнишь ту запись из All Foods? Это тёлка, которая увела бота-шпиона. Не-не-не-не-не. Она же не тупая сюда приходить. Так это ты? Не знаю, о чем ты. Да, это она. И
Ничего себе! Какой выпал шанс отличиться! Вон отсюда! Живо! Эта девка из Уфы. Я не слепая! Что тебе надо? Поосторожней с этой бабой. Теперь ты тут заправляешь? Ага! Удивлена? Просто раньше не слышала о тебе. Значит, скоро услышишь. Я ищу Исиду Бесс. Не в курсе, где она? Работаешь с ней? Нет, хочу поболтать. Она вроде здесь. Поболтать? Ясно. Я тебя отведу. Как-то все слишком просто. Забей. Сейчас главное найти Нэнси. Вообще, я должна сказать тебе спасибо. За что? То, что случилось на All Foods, оказалось мне на руку. Рада была помочь. Как ты, блядь, ее обыскивал, Тандар? Она умудрилась позвать на помощь! Это Нэнси. Не позавидуешь ей. Что? Никого я не звала. Я ее даже не знаю. А мы знаем. И нам не хочется, чтобы история повторилась еще раз. Взять ее! О, боже. Спасибо. Давай отсюда выбираться. Так ты вообще кто? Ви, я от Керри Евродина. Керри? Что-то я уже ничего не понимаю. Наверное, слишком много времени провела с этой ебанутой. Я насчет самурая. Потом поговорим. Да, сначала надо выбраться. Иди за мной, я знаю дорогу. Лифт вон там, быстрей! Ну как ты? Тащите ее ко мне! Бывало и получше. Эта идиотка подумала, что я пришла шпионить. Пошли уже. Надеюсь, моя тачка там же, где я ее кинула. Так все-таки зачем ты сюда пришла? Хотела сделать репортаж про музыку в Тотантанце. Неудивительно, что Патриция не купилась. Ну, твою ж мать! А что? Рисунок на память. Могло быть и хуже. В пизду память. Я сейчас собираюсь прямо в редакцию. Хочешь поговорить? Поехали со мной. Надеюсь, эта куча металлолома не развалится по дороге. Ладно, так чего там у Керри? Он хочет возродить самурай. На один вечер. Нет, самурая без Сильверхенда. Я сыграю за Джонни. Ты? Сильверхенд все-таки был больше идеолог, чем музыкант. Я справлюсь, не бойся. Ну, если даже Керри согласился. Что мне с этого будет? Я вообще-то тебя спасла. Могла бы дождаться, пока я наберу нормальный материал. А, это Патриция. Просто ебанутая. Надо было идти к ним, когда за главного была не она, а Ройс. Тогда бы ты точно не выбралась, поверь мне. Приехали. Вылезай. Стой, а что с концертом? Скажи Керри, я все организую.
На связи. Окей, спасибо. Ну что, дело сделано. Звони Керри. Get in touch with administration at North Oak Columbarium. Привет. Как дела? Поговорила с Нэнси? Да, она согласилась, сказала, что сама все организует. Опять всем верт. Но круто. Ты нашел Генри или Дэнни? Пока только Генри. Прикинь, вытащил его из рехаба. Ну и сразу все завертелось. Генри не знал, что старушка Дэнни так и живет в Найт-Сити. Сказал, что хочет сделать ей какой-то сюрприз, и поехал. Так что вот у Дэнни все и встретимся. Мне тоже надо. Зачем? Но ты же должна увидеть, с кем ты будешь играть в конце-то концов. Высылаю адрес. Ты гляди. Что случилось? Может, у нее ремонт? А Генри одолжил бетономешалку. Он всегда был у нас мастером экспромта. Может, они в доме? Позвони по интеркому. Ну ладно, значит, ищем дальше. Вижу, Керри нас опередил. Ты, блядь, ебанутый? О, бля. Ты? Понеслась пизда по кочкам. Что ты тут делаешь? Ви, это хорошо, правда, что ты приехал. Твой дом? У нас проблема. А это что? Твой бассейн? Ты мне за это заплатишь, уёбище. Да с удовольствием! Еще один повод. Это и есть найти тот самый сюрприз Генри? Может, да. Тогда ты мне Походу, расскажешь, почему ты бросил меня подыхать на он улице? Он почему-то сильно обижен на Дэнни. Бросила и тебя поэтому подыхать? Залил ей бассейн бетоном? А чё ж Генри ты, блядь, не подох-то? Был эмоциональным. Зачем я вообще А что между ними произошло? Ну, я Пошел не вдавался в детали, отсюда. Но вроде как Дэнни однажды как исчезла, не потом пряталась от Генри. Подозреваю, это было нетрудно, если он все время торчал, а потом сидел в рехабе. Подойдешь к ним хоть на шаг, ну, да. И ты труп. Вот именно. А потом я дал я ему шучу. Ее адрес. Я тебе снесу башку нахер. Что в итоге с концертом? А что? Я пока еще не говорил с Дэнни, но похоже, ничего у нас не выйдет. О чем? Что я тратила свою жизнь на какого-то подонка? Керри только хуже сделает. Не думаю, что они мне будут рады. Да не ссы. Они сразу остынут, увидишь. Кири тоже помню, не то, чтобы с ума сошел ты. От радости, когда меня увидел. Пришел с подружкой. Чтобы было кому напомнить, какого хуя ты сюда приперся. Я от Керри. Насчет концерта. Какого концерта? Почему он это передает через тебя? Он не знал, что вам говорить. Вы же оба его друзья. Ой, смотри, какой чувствительный. Как будто не он подбросил этот мешок с говном мне под дверь. Мы хотим на один вечер возродить самурай. А, так вот для чего он решил нас всех собрать. Мило, но без шансов. Я с этим, блядь, уродом играть не буду. Дэнни! Нет, ни за что. Выбирайте, или он, или я. И пиздец. Если Дэнни упрется, пиши пропало. Ну чё, как ваши дела? Херово, Чумба! Дэнни не хочет со мной играть! А мы уже обо всем договорились! То есть Керри тебе платит? Ну, теперь все понятно. У меня просто, блядь, нет слов. Забирайте этого мудозвона и уебывайте с моей лужайки! Бля, я не хочу выбирать. Может, кто-нибудь расскажет, что случилось? Ослепло, что ли? Он залил мне бассейн бетоном. Наверное, у него была причина. Серьезно? Причина?
Объясни, нахера ты это сделал с бассейном? Ты же знал, что Керри хочет уговорить Дэнни на концерт. Я думал разрядить обстановку. Разрядил, блин. Раз уж надо выбирать, сыграем с Дэнни. Керри, блядь, как так? Кто тут больше всех создает проблемы? Я или она? Блядь, чувак, слушай, давай я... Знаешь что, Керри? Шел бы ты нахуй! Хорошо, что Сильверхенд этого не видит. Закончил? Вали. Ладно. А что с Нэнси? Я с ней на связи. Она сказала, позвонит, когда все устроит. Увидимся на концерте. Блядь, теперь еще и с этим надо что-то делать. Мне кажется, мы сделали все, что могли. Осталось только подождать Нэнси. Привет. Я договорилась. Концерт сегодня вечером в Красной Грязи. Ты уже звонила Керри? Он случайно не передумал? Нет, нет, ты что? Он там уже бьет копытом. Я его таким не видела со времен Сильверхенда. А что там с Генри? Он не с нами? Я ему не звонила. Еще раз пинаться перед этим придурком. Короче, увидимся вечером. Насчет гитары не беспокойся. Все, что нужно, я достану. Смотри, что у меня есть. Не знаю, в курсе ли ты, но когда-то на ней играл Сильверхенд. Бля, Нэнси просто менеджер века. Может, она и доступ к Микоши нам организует? Как думаешь? Может, скажешь мне, что там у вас с Генри? Старая история. Он все время лез в какое-то говно, а мне приходилось его вытаскивать. И тебе надоело все время пачкать руки? Если бы. Я, в конце концов, пристроил его в хорошую группу. Генри перестал употреблять, взял себя в руки. Тут я стала сразу ему не нужна. Вот он и перестал со мной общаться. Ни хрена себе. И что дальше? Тебя что, заводят такие истории? Он забил на меня и целый месяц тусил с новыми дружками. А потом его выгнали, потому что он снова взялся за старое. Тогда этот жалкий нарколыга подкараулил меня на улице. Даже в обморок упал, чтобы разжалобить. И что ты сделала? Оставила его там. А потом постаралась, чтобы он меня больше не нашел. Волнуешься перед выступлением? Стремно. Мне же надо сейчас изображать саму себя. Ты и Джонни нет. Никогда бы не подумала, что мне будет не хватать этой сволочи. Делузорфин. Помнишь граффити с самураем в Хейвуде, где раньше была пекарня? Ага. Его уже давно закрасили. Но да, там у Джонни был Орфен. Круто, что ты знаешь. Где ты его раскопала? Он выглядит прямо как новый. Выкупила из частной коллекции. Люблю, когда все совпадает до малейшей детали. Она, конечно, ебанутая, но я ее уважаю. Спасибо тебе за концерт. Пожалуйста. Керри бы даже лужу не сделал без моей помощи. Сильверхенд, наверное, был такой же. Хуже. Керри, по крайней мере, не мешает и делает, что ему говорят. А где Керри? Сейчас должен быть. Он сказал, ты хорошо играешь. Надеюсь, это правда, потому что на репетиции времени нет. Ага. Как-нибудь постараюсь не разочаровать толпу. Честно говоря, без понятия, кто все эти люди. Случайные зрители. Керри хотел отыграть по-тихому. Ну, мало ли, что он там хотел. Думаешь, журналисты узнали о концерте? Наверняка. Гиеной. Меня больше беспокоит, кто сыграет за Генри. Керри договорился с Дрозином из головорезов. Я его знаю, видела на сцене. И? Как он вообще? Он нормальный, середнячок. А вот ты темная лошадка.
Закидывайся, только не светись. А если опять начнет рвать кровью? Отползи куда-нибудь в сторонку. Сегодня вечер Керри. Нэнси, кажется, не верит, что я могу с ними сыграть. Ну, так она права. Уступишь место? Не знаю, мне кажется, это не лучшая идея. О чем ты вообще? Мне становится хуже. Может, концерт того не стоит? Ну, выходи сама и играй. Пусть у всех кровь из ушей польет. Окей. Ты меня убедил. Развлекайся. Знакомьтесь, это Дрозин из Головорезов. Привет! Я обожаю самурай. Ты тоже? У меня есть все альбомы. Я офигел когда. Выдыхай. Она тут на тех же правах, что и ты. Хочешь поговорить со звездой? Обращайся ко мне и перестань трястись. Фу. Я, наверное, сам еще похлеще трясусь. Публики боишься? Или меня? Иди нахуй. Я тоже скучал, Керри. Ладно, работаем. Как эта херня? Ты о чем? Привет, Люба.
Был же у меня реальный мандраж перед концертом. Так будто надо что-то кому-то доказать. Себе, тебе, да хер знает кому. А я в итоге ничего никому не доказал. Так просто. Хорошо провел время и все. Хочешь повторить? Ага. Не. С меня хватит. Ну тогда вот, держи. Сувенир от меня. Уверен? Я же не буду без тебя играть. Это будет уже не то. Понимаю, о чем ты. Я все-таки еще немного поиграю. Хочешь новую послушать? Джонни! Его уже нет. Правильно? Да. Но он тебя слышит. Да что ты говоришь? Спасибо большое. Но я сейчас не в настроении вертеть столики и слушать голоса с того света. Знаешь, я, наверное, лучше отдам его тебе. Как все прошло? Офигенно. Самурай снова вошел в ритм. Жаль, что я ничего не видела. Так ты приходи на мой концерт. Перестань, не стоит. Из этого ствола я чуть не завалил Джонни, когда он забрался ко мне домой. То есть ты пытался застрелить меня? Да, а до этого... Ну, это не важно. Круто! Я как будто спал 50 лет, а теперь проснулся. Пора браться за работу. Давай, Ви. Будем на связи. Круто все прошло, да? Жалко, что Кер уже ушел. Кажется, он очень куда-то торопился. Наверное, бежит, сочиняет новую песню. А ты разве не этого хотел? Чтобы ему стало получше? Получше, но не настолько. Джонни, не бросай меня больше. Я не могу жить без тебя. Но это бы тоже не помешало. Надеюсь, это было последнее желание. Ага. Теперь можешь делать, что хочешь. Надо скорее поговорить с Ханако. Окей. Как знаешь. Пойдем.